По другим темам. Объем финансирования программы сотрудничества в этом году сократится почти в два раза. Об этом рассказали сегодня в Тюменской областной думе. В 2018-м запланировано потратить чуть меньше 9 миллиардов рублей. Приоритетным останется развитие транспортной инфраструктуры. Так, в прошлом году в рамках программы построили около 25 километров дороги Сургут-Салехард и более 14 километров на отрезке от Надыма до столицы Ямала. Осуществляется строительство объектов транспортной инфраструктуры, школ, детских садов, объектов здравоохранения, физической культуры и спорта. Вот, в частности, по Ямалу профинансирован был лечебный корпус на 150 мест в Большом Тараскуле для детей с ограниченными возможностями, центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». 5000 жителей Ямала прошли лечение в больницах юга Тюменской области, а 17 тысяч северян получили доплаты к пенсиям, компенсации на услуги ЖКХ и проезд.